Есть хадис, который передает Ахмад, Хаким, Нуайм бин Хаммад, Абу Нуайм. Исходящий от Саубана. Когда вы увидите людей с черными знаменами, идущих с Хорасана, вы хоть будете ползти по снегу, выходите им навстречу. Среди них будет халиф Аллаха Махди. Если достоверный ли это хадис? Если достоверный, то не относится ли это вот к исламскому государству? Бисмиллях, альхамдуллях, вассалату вассаляму аля расулиллях. Во-первых, по мнению ученого хадиса, этот хадис является недостоверным, что черные флаги из Хорасана. А во-вторых, до сих пор говорили, что эти черные флаги являются талибан, потому что они являются из Хорасана. Действительно, Хорасан этот, вот Узбекистан, Афганистан, вот это места за рекой, которая находится, река этот Фурат, за этим, который... все они из Хорасана. До сих пор говорили, это хадис принимались к талибану. А сейчас появилась другая группа черная, с черными флагами, уже к ним нет. Если даже достойный был бы этот, с Хорасана они выходят, а не с Ирака. А так сам хадис является недостоверным. Из-за этого не стоит толковать даже его, кто они являются. Аллаху алям.